Министр культуры России Ольга Любимова находится с рабочим визитом в Нижегородской области. Визит рассчитан на 2 дня. Она планирует посетить знаковые объекты культуры нашего региона. В первую очередь Ольга Любимова вместе с губернатором Глебом Никитиным посетили Большое Болдино. Очень важно, что появляется пространство, куда можно приехать и вместе вспомнить. Кто-то начнет перечитывать, кто-то уже во всеоружии будет готовиться к ЕГЭ и вернется к своей учительнице по литературе, наполненной знаниями. Помимо информации о Пушкине, помимо конкретных каких-то материальных свидетельств о его жизни, здесь еще и атмосферы какой-то заряжает особенной. Если уж Александр Сергеевич так много, так вдохновлялся теми персонажами, которых он встречал в Болдино, и они потом появлялись на страницах его произведений, то не рассказать о том, какие это были люди, которые жили на этой земле, ну просто грех. Вот это наша такая задача. Все, что касается просветительской деятельности, ну и огромная, конечно, работа общая по инфраструктуре. У нас есть опыт комплексного развития таких знаковых территорий, как, например, Арзамас-Саровско-Дивеевский кластер через распоряжение правительства. И сейчас, вот, на мой взгляд, наступил тот момент, когда у замечательного места, у Большого Болдина тоже возникает шанс на внимание федерального центра, Министерства культуры, председатель правительства возглавляет организационный комитет. И мы, естественно, вот по той же модели готовим комплексные предложения, которые мы можем совместно реализовать.